спортзале нет свободных мест. Аншлаг вполне объясним. На сцене гордость вооруженных сил России, да и всей страны, один из лучших оркестров в мире. Он был создан еще в 1927 году. Почти за 90 лет существования заслужил признание не только отечественного, но и зарубежного зрителя. Этот оркестр не так часто можно услышать и увидеть, потому что он пользуется огромным успехом, популярностью. И мы, в общем-то, бываем во всех регионах России, начиная от Южно-Сахалинска до Ленинграда. Не в первый раз «Лукойл» нас приглашает на эту акцию, на этот замечательный форум. Я думаю, что эта творческая такая связь, творческое начало, оно будет продолжено. Сегодня зрители порадовали эстрадными песнями и классической музыкой. Торжества в рамках празднования 25-летия нефтяной компании «Лукойл» в Самаре продолжатся. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.